Ну что, друзья, всем привет, всех рад приветствовать на своем канале. И сегодня у нас продолжение рейса серпов Лаптары в игре Motor Depot в рубрике «Жизнь дальнобоя». В общем, в предыдущей серии мы остановились на том, что я вот сюда на заправочку приехал. И я тут перекусил, вот, полтора часа стоял. Конечно, это заправочка действует, но там света вроде не изменилось. Thank you.
веселое, если ты будешь там на своей даче условно, а здесь у нас какая-то такая душная остановочка. Душ и там видишь свой автобус, допустим, до Серпова. Тебе вот нужно добраться на условную работу. Вот и ты понимаешь, что работа ты сегодня опоздал, потому что условно дорога сколько времени занимает. Автобус, тебе ждать следующего, придется учиться, да, если ты живешь в деревнях, лучше это не иметь свой транспорт, потому что на такси разоришься там, всю зарплату будешь такси отдавать, чтобы доехать. Сейчас личный автомобиль — это очень важная штука, очень нужная, и без нее мы уже даже не представляем свою жизнь. Мы возим свои прогулки, шины, 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 диски, и мы перевозим и грузим. Конечно, какой тип, мы можем с каким габаритом будет, у нас там повесит всяких дней, вот, и нам, возможно, составят маршрут вообще не по дорогам общего пользования, скажем. Вот вы не габарит, вы широкий, поэтому уезжайте вы через какие-нибудь деревни, вот, какие-нибудь полянки катайтесь, нам не особо важно, что там в полях будет грязь. Говорит, вы широкий. Все, гоню. Можно скучно еду. Литерочку, конечно. Спасибо. Вот, поэтому... что все родители там у тебя живут, а где-нибудь в районе даже живут. Ну и каждый раз кататься на автобусе, конечно, не можно, но ты зависишь от этого автобуса, ты подстраиваешься под себя, если бы у тебя была машина, под расписание. Сюда вот онлайн дальнобойщиком, я думаю, может уйти попробовать работать вот на междугородном автобусе. На городском что-то не хотел там. Ну, на светофорах стоишь, вот, в принципе. Все ждешь, купаешься целый день. Вот, а и междугородный для чего? Ну, там остановочки, конечно. Хотя бы между городом светофоров никаких практически. Ну, работа с людьми, конечно. Люди бывают разные, попадутся люди разные. Вот, кто-то будет сидеть тихо и там. Разве тебе скажет, а кто-то будет, да еще и за проезд заплатит, будет за проезд заплатить. Поэтому все-таки дорога у меня прямой, все-таки тут один у себя около такой простой большой кабине. Работа с людьми, из этого выпадает там
имеем, то, что имеем, и наблюдаем за жизнью. Могла бы жизнь, конечно, быть водителем автобуса у меня сейчас. Ну, пока что работаю. В принципе, это все устраивает. Нормальный график. Даже я бы сказал. Школу, да, не хочу сейчас на карту. Когда дадут мне потом рейс какой-нибудь. Ладно, начала наверное своими разговорами уже. Вот, продвигаемся к Серпухову. Вот я уже и въехал в Серпухово. Вот, осталось совсем чуть-чуть, на складе и на машине. Я позвонил, вот все. Можно сейчас к нам заезжать.
серию.